Добрый день, ребята. Сегодня мы продолжим наше знакомство и изучение патологии и физиологии периода новорожденности. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена внутриутробной гипоксии плода и асфиксии новорожденных и то, что происходит после перенесенной гипоксии, и остановимся, в частности, на последствиях со стороны центральной нервной системы. Тема очень актуальна и на сегодняшний день, несмотря на то, что существуют протоколы ведения беременных женщин, протоколы родов, охрана антенатальная, плода и так далее. Но ведущей все равно причиной мертворождаемости и смертности среди новорожденных является асфиксия и гипоксия плода. Причем это не только у нас, но и во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% детей страдают нервно-психическими заболеваниями. И 80% из этих 10 обусловлены перенесенной перинатальной гипоксией. Перенесенная гипоксия часто приводит к тяжелым повреждениям центральной нервной системы. Это, в свою очередь, к неврологическим нарушениям, различной соматической патологии и в конечном итоге высокой заболеваемости и инвалидизации детей. И вот наша с вами задача как раз и заключается в том, чтобы как можно минимизировать вот те причины, которые вызывают внутриутробную гипоксию плода и вести роды таким образом, чтобы предотвратить и перенесение тяжелой и среднетяжелой или умеренной асфиксии. Ну, прежде чем непосредственно приступить к анализу материала, мне хочется сказать вам фразу: «Все мы родом из детства». Экзюпери, она так подходит вот как бы крылатой фразой к нашей сегодняшней лекции. Дело в том, что многие годы медицина недооценивала простую истину, что ряд заболеваний нервной системы взрослых является иногда поздней платой за неблагополучие периода новорожденности. И вот эта фраза «все мы родом из детства» в этом ключе приобретает новый медицинский и социальный смысл. Ну, теперь непосредственно к нашей лекции. Терминология. Что же такое асфиксия новорожденного? Это синдром, который характеризуется отсутствием дыхания или отдельными нерегулярными движениями при рождении у ребенка с наличием сердечной деятельности. В общей патологии асфиксия обозначает не что иное, как удушье. Это патологическое состояние, которое обусловлено остро или подостро протекающими гипоксией и гиперкапнией, проявляется тяжелыми расстройствами деятельности нервной системы, дыхания и кровообращения. Теперь, что же такое, откуда произошло это слово асфиксия и в каких случаях мы употребляем все-таки асфиксия новорожденного, а в каких внутриутробная гипоксия? Асфиксия в переводе с греческого обозначает беспульсие. То есть этот термин, безусловно, является условным, поскольку ребенок с отсутствием пульса считается мертворожденным.
или мертворожденным. А у нас асфиксия обозначает отсутствие дыхания или нерегулярные дыхательные движения при наличии сердечной деятельности. То есть пульс должен быть. Но во всем мире так называют это состояние, поэтому мы, естественно, следуем всеобщей терминологии и всеобщим принципам. Теперь, что такое асфиксия и что такое внутриутробная гипоксия, чтобы нам никогда эти далее понятия не путать. Дело в том, что гипоксию мы относим к плоду, то есть это внутриутробная гипоксия, то есть она, этот термин относится к внутриутробному развитию, то есть к плоду. Когда возникла внутриутробная гипоксия, то есть это не острое состояние, она может длиться там 2 месяца до родов, месяц до родов, 2 недели и так далее. То есть она является, по сути, хронической. А вот асфиксия, термин, относится к новорожденному, и поэтому эта ситуация острая, то есть гипоксия, которая возникает во время рода, она является острой и относится уже к новорожденному. То есть, когда мы речь идет о перенесении гипоксии внутриутробно, мы говорим внутриутробная гипоксия. Когда мы говорим, что недостаток кислорода произошел во время родов, то это острая ситуация, и мы говорим асфиксия. Причины хронической внутриутробной гипоксии плода. Ну, прежде чем, как говорится, разбирать эти причины, я хочу вам сказать вот такую вещь, что вы привыкли искать причины, допустим, терапевты там, у пациентов своих, да, там, мы у детей, значит, естественно, свои причины могут быть, да. Вот если речь идет о новорожденном ребенке, то причины приходится искать и со стороны мамы, и со стороны ребенка, и со стороны вот этих сосудов, которые связывают мать с ребенком, то есть маточно-плацентарное кровообращение. Итак, первая группа причин – это заболевание матери с развитием гипоксемии и декомпенсированного ацидоза, которые вызывают, в свою очередь, гипоксию и у плода. Это могут быть декомпенсированные пороки сердца, болезни бронхолегочной системы, тяжелая анемия, тяжелые инфекционные заболевания, интоксикации, торможение гестационной доминанты, нерациональное одностороннее питание. И вот что отдельно как бы можно тоже говорить об этом, это профессиональные вредности и курение. Вторая группа причин – это нарушение со стороны маточно-плацентарного кровотока. Здесь речь идет о гистозах, о предлежании плаценты, о перенашивании. Что значит перенашивание? Ну, это образование, чаще всего, огрубение вот сосудов плаценты, появление там кальцификатов. И это, в свою очередь, приводит к сужению сосудистого диаметра и к уменьшению кровотока крови, которая поступает непосредственно к плоду. И отсюда хроническая гипоксия. Инфекционные плацентиты, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, различные нефропатии, декомпенсированный или плохо компенсированный сахарный диабет. Ну, здесь та же ситуация, сахарный диабет приводит к поражению сосуда. Отсюда сосудистой стенки, отсюда тоже возможно тоже нарушение кровотока. И с давлением полой вены маткой.
То есть матка растет, плод растет, и вена сдавливается, которая подходит к плоду, сдавливается, может сдавливаться матка, и отсюда нарушение кровотока и кровоснабжения плода. И третья группа причин – это причины со стороны плода. Это тяжелые формы гемолитической болезни новорожденного. Вы будете разбирать с нашим доцентом эту ситуацию. Генерализованные внутриутробные инфекции и энцефалопатии при пороках развития мозга. Ну и ряд других патологий. Причины острой асфиксии. То есть здесь состояния, которые возникают в родах, и их тоже, в общем-то, делят на со стороны мамы, со стороны маточно-плацентарного кровотока, маточно, допустим, плодного кровотока и так далее. И со стороны ребенка. Ну, в родах состояние, возникшее остро, допустим, постгеморрагический или другой шок у матери. Может быть, отравление угарным газом. Со стороны маточно-плацентарного кровотока – это разрывы матки, преждевременная отслойка плаценты. Это слабость или чрезмерная, наоборот, активность родовой деятельности. Ну, что здесь имеется в виду? Допустим, женщину уложили в медикаментозный сон, да? Далее ее переводят в стремительные роды. Ну, тоже итог – это нарушение маточно-плацентарного кровообращения. Сдавление полой вены маткой. Острое расстройство плацентарно-плодного кровообращения. Но здесь речь идет о различных родах, о различных видах, извините, пуповины, состояние пуповины. Это тугое обвитие пуповины, то есть при тугом обвитии, при образовании истинных узлов и так далее, уменьшается диаметр самого сосуда пуповины, и отсюда уменьшается кровь, количество крови, которое поступает к плоду. То же самое натяжение малой по длине пуповины. Поначалу ребенок справляется, вернее, не ребенок, а плод, а в дальнейшем пуповина натягивается точно так же по мере роста плода. Диаметр уменьшается, и количество крови, которое поступает оксигенированное к плоду, у них недостаточно. В родах, например, выпадение ее петель. Вот выпали петли, потом рождается плод, плод прижимает петли к, или сосуды пуповины прижимают к стенкам родовых путей, и отсюда получается вообще отсутствие какого-либо кровотока. Поэтому вот эти вещи при родах обязательно нужно учитывать и не допускать вот тех состояний, о которых мы говорим, то есть особенно выпадение петель пуповины. Со стороны плода. Ну, это поражение головного мозга с угнетением дыхательного центра. Ну, например, медикаментозное, наркотическое, инфекционное, там геморрагии и так далее. Ну, вот, например, ребенок должен родиться путем кесарево сечения. Дали маме наркоз. Не успели там что-то сделать, дали еще. Усилили наркоз, да, то есть, ну, пролонгировали его. Ребенок рождается и не дышит, потому что он тоже в наркозе. И что нужно? Нужно за него подышать, пока он, действие наркоза уйдет, и только тогда он начнет самостоятельно дышать. То есть вот вам причина острой тоже асфиксии со стороны плода. Преждевременное возбуждение дыхательного центра с внутриутробным началом дыхательных движений при открытой голосовой щели. То есть тут речь идет о различных акушерских пособиях, поворотах ребенка, которые мы применяем при родах, антенатальная гипоксия, внутричерепные спинальные кровоизлияния у плода в родах и так далее. Еще один термин, о котором нужно вам как бы напомнить или сказать, с которым нужно вас познакомить, это вторичная асфиксия. Это остановка дыхания или приступы острых расстройств дыхания
возникающие не сразу при рождении, а после периода адекватного дыхания. То есть это не что иное, как возникновение у новорожденного ребенка апноэ, то есть остановки дыхания после того, как он нормально уже дышал. То есть мы с вами эти состояния разобрали на прошлой лекции. Ну, еще раз вернетесь к ним на практических занятиях. И еще один момент, что этот термин правомочен только на период оказания реанимационных мероприятий. То есть ребенок дал остановку или новорожденный остановку дыхания или приступ острого расстройства дыхания. Нужно ребенка оказать ему как бы необходимые медикаментозные лечебные манипуляции, то есть реанимационные мероприятия, там, медикаментозную какую-то поддержку, кислородную поддержку. Далее вы вывели его из этого состояния, то есть он начал дышать, и далее, или он находится, допустим, на искусственной вентиляции, вы обязательно должны выяснить причину остановки дыхания, то есть причину апноэ или вот этой вторичной асфиксии, и поставить уже правильный диагноз для того, чтобы начать уже непосредственно лечение данного ребенка с данной нозологической единицей. Ну, мы говорили на прошлой лекции, что это может быть и охлаждение ребенка, и может быть и понижение сахара, это могут быть присоединения, допустим, той же самой пневмонии, это может быть внутрижелудочковое кровоизлияние и так далее, которые могут вот привести к вторичной остановке дыхания, к апноэ или вторичной асфиксии. Патогенез. Угроза асфиксии плода наступает при падении насыщения крови кислородом на 16-35% ниже исходного уровня, то есть составляет 80-61%. Вы скажете, почему такой разброс от 16 до 35%? Процентов. Дело в том, что ребенок может, плод внутриутробно уже может проходить, то есть быть подвержен внутриутробной гипоксии. И здесь, конечно же, снижение уже на 16% будет для него критическим. Вот. А если ребенок внутриутробно развивался нормально, то 20%, 25% может еще не быть, как бы говорится, для него представлять такой угрозы. Он рождается, начинает хорошо дышать, кислород проникает во все органы и ткани, и угроза асфиксии уходит. Поэтому здесь вот такой большой разрыв. То есть кратковременная внутриутробная гипоксия включает механизмы компенсации. То есть увеличиваются какие это механизмы компенсации? Это выброс глюкокортикоидов корой надпочечников, который увеличивается. Увеличивается количество эритроцитов. Ну вот если вы вспомните анатомофизиологические особенности и особенности крови новорожденного, да, который вот в первые, особенно в первые сутки, то у него они могут быть и 180 гемоглобин, да, и даже до 200 гемоглобин находит, грамм на литр доходит, и эритроциты 4,5, 5, 5,5, даже до 6. Ну, 6 уже на 10-12, это уже полицитомия считается. Но, тем не менее, такие показатели могут быть, и это как раз говорит о том, что ребенок переносил асфиксию или внутриутробную гипоксию. И вот это у него явилось механизмом как бы компенсации вот той гипоксии, которая у него началась. Это увеличивается объем циркулирующей крови, повышается артериальное давление, гипервозбудимость центральной нервной системы, раздражение дыхательного центра, увеличивается двигательная активность плода и частота дыхания при закрытой голосовой щели, тахикардия. Продолжающаяся гипоксия приводит к активации
гликолиза, гиперкатаболизму, дисбалансу электролита, смешанному ацидозу, поражению мембран клеток, сосудов, централизации кровообращения с преимущественным кровоснабжением жизненно важных органов – мозг, сердце. Тяжелая и длительная гипоксия приводит к срыву механизмов компенсации. Децентрализация кровообращения, снижение артериального давления до коллапса, нарушение гемостаза, угнетение центральной нервной системы и ДВС-синдрома. Грозное клиническое проявление асфиксии – это гипоксическое поражение головного мозга и те последствия, которые могут возникнуть у уже непосредственно ребенка, новорожденного и в дальнейшем уже ребенка, и приводить к инвалидизации его. Для того, чтобы выяснить, перенес ли ребенок асфиксию в родах, его оценивают по шкале Апгар. Она была предложена в 1950 году американским неонатологом Вирджинии Апгар. Ну, в честь нее и названа эта шкала. Что здесь оценивают? Здесь 5 показателей, и каждый показатель оценивается в 0, 1 балл или 2 балла. Чем больше баллов, тем здоровее, будем так говорить, ребенок, тем меньшую степень асфиксии он перенес. Итак, частота сердечных сокращений в одну минуту. Она может отсутствовать, тогда это 0 баллов. Это может быть менее 100, тогда это 1 балл. И если 100 и более, то записывается как 2 балла. Дыхание отсутствует, это 0 баллов. Брадипное и нерегулярное дыхательное движение – это 1 балл. И нормальное дыхание с громким криком – это 2 балла. Состояние мышечного тонуса. Если вы его берете под мышки, и он у вас, как бы, ножки свисают, то если эти конечности свисают, это 0 баллов. Если имеет место некоторое сгибание конечностей, это 1 балл. И активные движения нижних конечностей – это 2 балла. И рефлекторная возбудимость – это реакция на носовой катетер и раздражение подошв. Если он не реагирует, это 0 баллов. Если имеет место какая-то гримаса, это 1 балл. И если кашель, чихание, крик – это 2 балла. Ну и последний показатель – это окраска кожи. Генерализованная бледность или цианоз – это 0 баллов. Розовая окраска тела и синюшная конечности – это 1 балл. И розовая окраска тела и конечностей – это 2 балла. Еще раз повторяю. Шкалу Апгар, по шкале Апгар ребенка оценивают на первой и 5 минуте. И вы вспомните, если есть неонатолог на родах, то тогда оценивает неонатолог. Если неонатолога нет, оценивает акушер-гинеколог. Если принимает роды акушерка, то акушерка. Классификация асфиксии по международной классификации болезней 10-го пересмотра. Значит, может быть только умеренная асфиксия и тяжелая асфиксия. Легкой асфиксии нет. То есть, если мы вот вернемся сейчас к нашей шкале Апгар, если ребенок оценен полностью, каждый показатель на 2 балла, это 10 баллов. То есть 10 баллов – это здоровый ребенок. Но обычно мы считаем, что может быть еще и 8 баллов. То есть от 8 до 10 баллов – это является еще здоровый ребенок. Теперь умеренная асфиксия. Она еще называется синей.
То есть нормальное дыхание не установилось на первой минуте, пульс 100 и более, снижен мышечный тонус, слабая реакция на раздражение и кожа цианотична. То есть 4-6 баллов – это умеренная асфиксия. И тяжелая асфиксия белая, пульс ниже 100 в одну минуту, дыхание отсутствует или затруднено, кожа очень бледная, мышцы атоничны, рефлексы не вызываются. 1-3 балла. Вот здесь получается от 1 до 6 баллов, да, то есть это асфиксия. Куда 8-10 баллов – это здоровый ребенок. Куда делись 7 баллов? Значит, 7 баллов – это такое состояние, которое очень быстро компенсируется и не вызывает никаких последствий со стороны его функциональных систем. Поэтому он не учитывается, и в классификации асфиксии этого состояния нет. В тяжелой асфиксии выделяют еще гипоксический шок. Ну, это где-то 1 балл, наверное, только на сердечно-сосудистую систему дается. Кожные покровы бледные или с землистым оттенком, симптом белого пятна до 3 секунд и более, гиповолемия, низкое артериальное давление, отсутствует самостоятельное дыхание, нет реакции на осмотр и болевые раздражения, глаза закрыты. То есть вот если есть такое состояние, то можно его обозначить как гипоксический шок. Но гипоксический шок – это тяжелая асфиксия. Это тяжелая асфиксия. Клиническое течение асфиксии. Если ребенок переносит умеренную асфиксию, то к 4-5 дню у него может появиться гидроцефальный синдром, может начать рано формироваться задержка психомоторного и речевого развития, и в дальнейшем это детский церебральный паралич, судорожный синдром, ну и другие состояния. При тяжелой асфиксии ребенок может погибнуть в первые часы, и если он выживает, то гипотония мышц сменяется гипертонией, усиливаются безусловные рефлексы, выражено двигательное беспокойство, появляются приступы клоникотонических судорог, отмечаются нарушения сосания и глотания и признаки повышения внутричерепного давления. Если асфиксия наслаивается на перенесенную внутриутробную гипоксию, то со стороны клинических проявлений у ребенка будут более выраженные при рождении и длительно держащиеся нарушения кислотно-основного равновесия и гемодинамики, высокая частота дефицитного геморрагического синдрома, то есть гиповитаминоз К, низкая белково-синтетическая функция печени, повышенная проницаемость сосудистой стенки, угнетение функциональной активности тромбоцитов и тромбоцитопении. Ну, вот это то состояние, которое требует, безусловно, вмешательства нашей и профилактики геморрагического синдрома, в частности, введения витамина К, викосола. Склонность к более частому развитию и большей тяжести легочных поражений из-за антенатальной пневмонии, аспирации мекония, если такое произошло. Нередкость метаболических нарушений. И здесь большая частота родового травматизма. Дело в том, что ребенок, который переносит гипоксию, у него может нарушиться алгоритм родовой деятельности у мамы и, соответственно, у ребенка. И здесь может произойти дискордантность, называют так акушеры-гинекологи, родовой деятельности. Дискордантность. И вот здесь затяжные роды могут быть, применение в дальнейшем различных пособий, щипцов там и так далее. Все это в конечном итоге может привести еще и плюс к асфиксии, еще и к родовому травматизму.
Это тяжелые неврологические расстройства, это кровоизлияние в головной и спинной мозг, это развитие отека мозга, так и говорим, гипоксический отек мозга, да, развитие гипертензионно-гидроцефального синдрома, синдрома вялости, апатии и другие. Частое сочетание с внутриутробными инфекциями. И в дальнейшем это большая частота как бы отдаленных последствий, это различные энцефалопатии. Раннее осложнение асфиксии. Раннее осложнение асфиксии. Они развиваются в первые часы и сутки жизни. Это поражение мозга, это отек. Внутричерепное кровоизлияние – это перивентрикулярное поражение вплоть до некрозов. Это гемодинамические нарушения. Развивается легочная гипертензия, полицитемия, шок, транзиторная ишемия миокарда и сердечная недостаточность. Почечные осложнения – это может быть функциональное, преренальная или органическая ренальная недостаточность. Из легочных осложнений – это отек, кровотечение, синдром аспирации мекония, вторичный дефицит синтеза сурфактанта и пневмонии. Со стороны желудочно-кишечного тракта – это парезы, это нарушение различной моторики. И грозным таким осложнением это является некротизирующий энтероколит. И гемолитические, геморрагические различные расстройства. Анемия, тромбоцитопения и развитие ДВС-синдрома. Поздние осложнения асфиксии, они развиваются с конца первой недели жизни и позднее. Это могут быть инфекционные различные осложнения, это пневмония, менингит, сепсис, некротизирующий энтероколит уже с присоединением бактериальной инфекции, то есть на тот некротизирующий энтероколит, который возник как раннее осложнение, перенесенное асфиксией. Из неврологических расстройств это развитие гидроцефального синдрома, это развитие перивентрикулярной лейкомаляции и проявление и последствия гипоксической ишемической энцефалопатии. И последствия токсичности кислорода. Здесь уже мы начинаем выводить ребенка из состояния асфиксии и гипоксии, даем ему кислородную поддержку, и вот здесь могут наступить уже наши как бы осложнения, связанные с нашей терапией. Это бронхолегочная дисплазия и ретинопатия вплоть до слепоты. Поэтому здесь очень осторожно нужно с кислородотерапией. То есть и давать процент кислорода такой, который выдержит ребенок, у которого не наступят осложнения со стороны, такие как бронхолегочная дисплазия и ретинопатия. Периоды течения гипоксического повреждения центральной нервной системы. Ну, это может быть острый период, который длится 7-10 дней до 1 месяца. То есть до 1 месяца мы можем ставить диагноз асфиксия, острый период. Подострый период, который длится до 3 месяцев, и он еще называется ранним восстановительным. И поздний восстановительный период – это от 4 до 12 месяцев, иногда даже до 2 лет. Прежде чем перейти непосредственно к клиническим синдромам, я хочу вам сказать, как же все-таки сегодня мы ставим диагноз. Если ребенок перенес асфиксию в родах, то мы и получил, допустим, 4 балла. 4 балла – это все-таки умеренная асфиксия. То диагноз мы ставим таким образом.
асфиксия, умеренная, острый период. Дальше вы должны в обязательном порядке поставить тот морфологический субстрат, который у него имеет место, ну, в первую очередь со стороны головного мозга. Но для этого вы, безусловно, делаете такие диагностические манипуляции, как нейросонографию можно сделать, вот в подтверждение. Там вы что можете увидеть? Отек головного мозга, о котором я говорила. Вы можете увидеть ишемию головного мозга. Вы можете увидеть нарушение лимфообращения, то есть циркуляции лимфы. И вы можете увидеть какие-то кровоизлияния. Поэтому, если это гипоксическое кровоизлияние, то есть вызванное непосредственно вот гипоксией или внутриутробной гипоксией или асфиксией, то это будут либо внутрижелудочковое кровоизлияние, либо субарахноидальное кровоизлияние. Вот вы обязательно указываете в диагнозе наличие вот этого морфологического субстрата. Ну, например, отек головного мозга, внутрижелудочковое кровоизлияние. И дальше вы обязательно указываете клинические синдромы острого периода. Из клинических синдромов острого периода это могут быть синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, синдром общего угнетения, это может быть гипертензионный синдром, гидроцефальный синдром, судорожный синдром и коматозное состояние. Может быть несколько синдромов. Например, синдром общего угнетения, которое затем сменяется синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Вы так через запятую и пишете. Синдром общего угнетения, запятая, повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Или гипертензионный синдром, запятая, судорожный синдром. То есть вот таким образом. Если один синдром возникает, то пишите этот один синдром. Вот таким вот образом ставится диагноз детям, которые перенесли внутриутробную гипоксию и асфиксию в родах. Теперь разберем эти клинические синдромы. Ну вот первый синдром, о котором мы с вами говорили, это клинический синдром восстановительного периода. Это астеноневротический синдром. Это синдром вегетовисцеральных дисфункций. Это синдром двигательных нарушений. Это центральные и периферические парезы, параличи могут быть. Эписиндром. Гидроцефальный синдром. Задержка психомоторного и предречевого развития с преобладанием нарушения статико-моторных функций и с преобладанием нарушения психики. Это вот то, что возникает у ребенка уже вот после месяца его жизни. То есть это синдром первого, будем так говорить, раннего восстановительного периода вплоть до двух лет. И что в дальнейшем может формироваться? То есть какие исходы? Ну, в первую очередь, мы за это, конечно же, бьемся. Это выздоровление. Я закрою окно, извините, а то там шум. Это, конечно же, выздоровление. Может формироваться задержка темпа психофизического и речевого развития. Это может быть энцефалопатия, которая проявляется рассеянными очаговыми микросимптомами, умеренной внутричерепной гипертензией, компенсированной гидроцефалией, астеноневротическим синдромом, психопатой и неврозоподобным состоянием. И может формироваться грубая органическая патология со стороны нервной системы, такая как олигофрения, эпилепсия, гидроцефалия прогрессирующая.
И вот наша с вами задача в конечном итоге – это добиться выздоровления. То есть, во-первых, не допустить проявления тяжелой и умеренной асфиксии. Вот если таковые случились, то назначить ту терапию, которая позволит все-таки предотвратить вот эти тяжелые последствия, которые возникают, могут возникнуть у ребенка. Ну, начнем с синдромов острого периода, синдромы восстановительного периода и исходы. Мы с вами будем разбирать на шестом курсе, поэтому мы на них сегодня останавливаться не будем. Поэтому сейчас только синдромы острого периода и начнем с синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. В первую очередь это повышение мышечного тонуса, то есть сам синдром говорит за себя. Это двигательное беспокойство, это оживление сухожильных и врожденных рефлексов. Но локальной неврологической симптоматики и симметрии тонуса и рефлексов нет. То есть что значит оживление? Ну, например, вы все помните хорошо рефлекс Моро, да? То есть есть первая фаза, есть вторая, первая фаза. Если вы ребенка как бы громко хлопаете перед ним или резко изменяете его положение тела, то он как бы пугается, да, у него ручки всегда находятся во флексорном таком положении, прижаты к туловищу и согнуты в локтевом и суставе и в кисти, да, в кулачке. И что происходит? Он разводит руки, это первая фаза. И вторая фаза приводит их обратно в исходное положение. И вот здесь, конечно, он сам себе может давать вот этот рефлекс. То есть вы ничего с ним не делаете, не изменяете его положение тела. Не, как бы пугаете его звуком там и так далее. Вот. Он сам себе делает этот рефлекс. У него может быть тремор подбородка, который тоже у доношенного ребенка в принципе не должен быть. Он может быть некоторое время, но очень редко возникать, особенно при плаче. Вот. А в данной ситуации он как бы длительно проявляется. Вот такие как бы состояния. И выраженность вот этих симптомов, естественно, зависит от тяжести перенесенной гипоксии. Чем больше и сильнее гипоксия, тем, естественно, эти симптомы будут выражены. Обратный симптом – это симптом общего угнетения. Здесь все наоборот. Мышечный тонус умеренно и равномерно снижен. Общее двигательное угнетение. Там слабо вызываются или вообще не вызываются врожденные рефлексы, снижение сухожильных рефлексов. Локальной неврологической симптоматики, асимметрии тонуса рефлексов нет. И сначала может быть угнетение, а затем синдром возбуждения. И выраженность симптомов, опять же, зависит от тяжести перенесенной гипоксии. И клиника может варьировать вплоть до коматозного состояния, то есть вплоть до комы. Ну, как я уже говорила, ведущий синдром может сменяться на протяжении периода новорожденности. Это плохо, когда симптом возбуждения, например, синдром возбуждения сменяется синдромом угнетения. Лучше наоборот. То есть был синдром угнетения, и он сменился синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Вот это как бы очень важно. Вот, и говорит о том, что идет как бы восстановление функции центральной нервной системы и головного мозга в частности. Гипертензионный гидроцефальный синдром. Более значительно выраженное беспокойство. Это частое вздрагивание, это выраженная гиперэстезия, то есть до ребенка дотронуться нельзя. Вот в частности, когда выражена вот такая гиперэстезия, и ребенок как бы не переносил асфиксию, вот он выписан домой, например, да, вот это один из симптомов, когда появляется, до него дотронуться невозможно, это у него признаки менингита или менингизма. Вот нужно обязательно
знать это участковым педиатром, потому что если ребенок находится на участке и поступил вызов к новорожденному ребенку, вот этот один из симптомов очень такой важный, поэтому немедленно нужно госпитализировать ребенка в отделение патологии новорожденных. И дальше будут решать вопрос, что с ним делать и что это такое. Врожденные рефлексы повышены, это спонтанный морок, как я уже говорила, равномерно повышены сухожильные рефлексы. Вот симптом Греффе умеренно выражен. Помните синдром заходящего солнца, да? То есть открывается веко, а глазное яблоко не успевает за веком. И получается зрачок опущен, да, как бы прикрыт еще под нижним веком, и видно вот это белое глазное яблоко. Нестагм, чаще горизонтальный, сходящееся косоглазие, акрационоз, мраморность кожи, одышка, расстройство терморегуляции, желудочно-кишечная дискинезия с явлениями пилораспазма, то есть это срыгивание могут быть, лабильная сердечно-сосудистая деятельность, тахикардия, сменяется брадикардия, пронзительное вскрикивание, прерывистый сон. Вот это клиника гипертензионно-гидроцефального синдрома. Синдром прекоматозного и коматозного состояния. Ну, здесь мы говорили о синдроме угнетения, который может быть вплоть до комы. Ну, вот это адинамия, вялость резко выражена, врожденные рефлексы, включая сосательные, глотательные, они резко угнетены или отсутствуют. Слабый крик, болезненное или отсутствие крика может быть, гипотония, атония. Резко снижены сухожильные рефлексы или полностью отсутствуют, это если это кома. Частые судороги. Вот на фоне комы, коматозного состояния или прекоматозного возникают судорожный синдром. Судороги частые, полиморфные, с преобладанием тонической фазы. Зрачки могут быть сужены равномерно. Реакция на свет снижена или отсутствует. Тахикардия сменяется брадикардией. Артериальное давление снижено. И судорожный синдром. Ну, все вы хорошо уже знаете, что такое судорожный синдром, но тем не менее он может быть особенным у новорожденных. Ну, в первую очередь, это тонические, клонические или клоникотонические судороги, которые могут ограничиваться одной половиной тела или быть генерализованными. Это вы все хорошо знаете. А вот следующий вид судорог, который называется оперкулярные пароксизмы. Вот это характерно для новорожденных. Еще раз повторяю, оперкулярные пароксизмы. Что они собой представляют? Это гримасы, это спазм взора. Это приступообразное немотивированное сосание, причмокивание, таким образом, жевание, то есть движение вот нижней челюсти, немотивированное такое высовывание языка все время. И со стороны глаз, то есть нестагмоидные толчки глазных яблок. Вот это не что иное, как оперкулярная пароксизма. И если вы такое видите, а не видите ни тонических, ни клоникотонических, ни клонических судорог, вы все равно должны написать в диагнозе судорожный синдром, оперкулярные пароксизмы. И эквиваленты судорог, которые тоже, в принципе, нужно указывать в диагнозе, это приступы цианоза с остановкой дыхания, это брадикардия, может быть, приступы брадикардии, внезапное побледнение кожных покровов и усиленная соливация. Все мы знаем, что новорожденных соливации как таковой нет. У них слюнные железы начинают работать к 3 месяцам, когда одевают вот эти одевают фарточки сюда для того, чтобы как бы оберечь
сберечь его одежду, потому что немотивированно идет просто выделение слюны. Вот таким вот образом. Поэтому, а здесь уже имеет место усиленная саливация уже ребенка в возрасте до 1 месяца. Осложнения какие могут быть у ребенка, который перенес тяжелую или умеренно тяжелую асфиксию? Это субарахноидальное кровоизлияние. Локализация вариабельна, чаще в теменно-височной области больших полушарий и в области мозжечка. Здесь клиника менингиальных симптомов, то есть менингита, будем так говорить, гипертензионно-гидроцефального синдрома. И могут быть симптомы выпадения в зависимости от локализации. От локализации. Симптомы нарастают либо сразу после рождения, либо через несколько дней. Вот это субарахноидальные кровоизлияния, которые являются гипоксическими. Внутрижелудочковые кровоизлияния, они более характерны для детей, рожденных с малой массой тела, то есть менее 1,5 килограмм, и чаще диагностируются у недоношенных детей. Они также могут быть одно- или двусторонними. Здесь клиника нарастающей анемии, мышечной гипотонии, то есть здесь наоборот гипотензивный синдром на первое место, но имеет место выбухание большого родничка, врожденные рефлексы угнетены. И вот на вот этом фоне мышечной гипотонии и адинамии появляется крупномасштабный такой тремор, и могут возникнуть тонические судороги, и может быть нистагм. То есть вот на фоне адинамии такой еще и судороги. Иногда клиника интермитирующего течения, то есть периоды нервно-рефлекторной возбудимости сменяются апатией, и повторные признаки апноэ могут возникнуть. Судорожный синдром реже. Ну, синдромы восстановительного периода мы с вами сказали, что мы не будем сейчас разбирать, поэтому я их пролистываю. Вот. А вот на диагностике внутриутробной гипоксии мы с вами сейчас остановимся. То есть мы тогда с вами говорили о асфиксии в большей степени. Синее, белое, о последствиях, о клиническом течении. Теперь, как нам диагностировать внутриутробную гипоксию? Наиболее ярко отражает состояние плода в период беременности и родов, его сердечная деятельность и двигательная активность. Вот почему наши акушеры-гинекологи имеют вот эти акушерские стетоскопы и слушают сердцебиение плода. Частота сердечных сокращений плода – это 120-140 ударов в минуту, это в норме. Когда оно начинает падать, это говорит о том, что ребенок или начинает усиливаться, то есть учащаться, то это говорит о том, что плод внутриутробно переносит гипоксию. То есть учащение частоты сердечных сокращений более 140 и урежение ниже 120 в 1 минуту, появление глухости, тонов, аритмии, а еще хуже, если это менее 100 в 1 минуту, это все указывает на гипоксию. Ну, на сегодняшний день инструментальными методами диагностики это является все-таки электрокардиограмма ЭКГ. ФКГ сейчас не делают, это фонокардиография сейчас не делают. А вот одним из таких объективных показателей методов исследования на внутриутробную гипоксию это является кардиотокография. Что делают наши акушеры-гинекологи? Они, значит, этот метод позволяет регистрировать частоту сокращения матки с
частотой сердцебиения плода. То есть вот эти вещи. Ну и УЗИ плода мы тоже есть как бы признаки, которые говорят о переносимой гипоксии. Ну, биохимические показатели – это снижение креатинина в околоплодных водах, снижение лецитина при гипоксии. Ну, еще раз повторяю, вернее, хочу сказать, и, что не всегда мы эти биохимические показатели будем исследовать. Это все-таки околоплодные воды, это инвазивный метод. Будем так говорить, добычи этих околоплодных вод, поэтому мы все-таки стараемся обойтись вот теми методами, которые являются неинвазивными. Это кардиотокография, это УЗИ плода, это электрокардиограмма. Этапы лечения новорожденного в асфиксии. Значит, первый этап – это реанимационные мероприятия, которые осуществляются в родильном зале. Второй этап – это лечение в палате интенсивной терапии. Третий этап – это лечение в специализированных отделениях городских больниц. И четвертый этап – это наблюдение и лечение на участке педиатра совместно с неврологом. Совместно с неврологом. Итак, Первый этап – это лечение, это осуществление, оказание помощи непосредственно в родильном зале. После рождения ребенка ему назначается ABC-реанимация. То есть каждый этап он говорит сам за себя. То есть этап A. Мы вам, прежде чем сейчас я расскажу об ABC-реанимации, я хочу сказать, что вы все на практических занятиях попробуйте оказывать эту реанимацию новорожденному ребенку. Но в данном ситуации не новорожденному, а муляжу. У нас есть муляж для оказания ABC-реанимации, который находится непосредственно на кафедре, не в симуляционном центре, а на кафедре. То есть все попробуют и все, как говорится, научатся ее оказывать. Итак, A. Airway. То есть что такое airway? Это воздух, пути, да? То есть это освобождение и поддержание свободной проходимости воздухоносных путей. Что это такое? Значит, когда рождается головка, если ребенок рождается головкой, то уже после рождения головки вы ему отсасываете сначала из ротовой полости, а потом только из носовых ходов ту жидкость фетальную, которая у него может скопиться в ротовой полости и в носовых ходах во время сдавления, во время рождения головки, когда головка родилась, и во время сдавления грудной клетки. Либо околоплодных вод, если он их, как бы, они ему попали в ротовую там полость или в носовую полость. Но еще раз повторяю, сначала из ротовой полости, а потом только из носовых ходов. Почему именно так? Вспомните шкалу Апгар. Вы начинаете раздражать носовым катетером носовые ходы. Да? Что у вас получается? Он начинает кричать, начинает дышать сильно. Да? Это норма. Вот. Поэтому если вы здесь начнете с носовых ходов, то у вас может возникнуть рефлекс, и он заглотнет то, что у него находится в... Хорошо, если заглотнет, а если вдохнет, может вдохнуть то, что у него находится в ротовой полости. Поэтому алгоритм именно такой. Сначала из ротовой полости, потом из носовых ходов. Далее вы обязательно смотрите на то, что происходит с ребенком. Значит, ну, он у вас уже родился, да? Вы еще раз, он у вас не дышит. Вы его как бы освобождаете его ротовую полость и воздухоносные пути.
Вот, и дальше смотрите. Значит, если он не дышит, что вы делаете? Вы его тактильно стимулируете для того, чтобы вызвать дыхание, да? Если ребенок задышал, у него частота сердечных сокращений 100 и больше. А как вы проверяете эту частоту сердечных сокращений? Только фонендоскопом слушаете сердце и проверяете за 6 секунд и умножаете на 10. То есть делаете все очень быстро. И у вас оно больше 100, вы прекращаете, смотрите на кожные покровы. Кожные покровы порозовели, то есть раз он задышал, у него частота сердечных сокращений более 100, вы останавливаете на этом ABC-реанимацию. То есть ABC-реанимация – это терапия шаг за шагом с обязательной обратной связью и оценкой эффективности каждого шага. То есть вы оценили, ребенок задышал, у него розовые кожные покровы, у него частота сердечных сокращений больше 100. Все, вы прекращаете реанимационное мероприятие. Вторая ситуация. Ребенок не задышал. У него падает частота сердечных сокращений. Вы померили вначале больше 100, стало 100 и тенденция к снижению. Вы переходите ко второму этапу. Второй этап – это этап B, breath, дыхание. То есть обеспечение ребенка вентиляцией. Это может быть искусственная вентиляция сразу или сначала вспомогательная вентиляция с помощью мешка Амбу. Вы накладываете маску на носовую и ротовую часть лица и начинаете за ребенка дышать. Значит, дышит обычно, есть такой как бы способ оказания нормального дыхания с нормальной частотой. Это 40-60 в минуту. Это либо в темпе вальса, например, раз, два, три, то есть на раз вы сжимаете мешок амбу, на два, три вы его отпускаете. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, вот таким вот образом. Либо таким образом. Раз и раз, и на раз вы сжимаете мешок амбу, и в дыхательные пути попадает воздух, и на и вы его отжимаете. То есть вот либо таким образом. Далее. После оказания вот этих мероприятий вы опять оцениваете этот этап. Каким образом? Опять слушаете сердце, то есть частота дыхания за 6 секунд умножаете на 10. И второе, задышал, оцениваете, задышал, не задышал. Если задышал, то, естественно, оцениваете кожные покровы, то есть розовые они или остались синими. Если они остались синими, ребенок не задышал, частота сердечных сокращений падает, вы переходите к третьему этапу C – кардиал или circulation. Circulation. То есть это восстановление или поддержание сердечной деятельности и гемодинамики. То есть этот этап уже нужно проводить с помощью двух человек, то есть два должно быть реаниматолога. Один осуществляет процесс дыхания мешком амбу, а второй осуществляет непрямой массаж сердца. Прежде чем перейти к третьему этапу, то есть это когда точно состояние дыхания не восстановилось и сердечная деятельность падает меньше 100. И даже меньше 60 уже. Что вы делаете? В первую очередь нужно ввести зонд в желудок и оставить его открытым. Для чего это делается? То есть вы вводите зонд в желудок. Значит, длина зонда, на который нужно ввести зонд, измеряется от мочки уха
до переносицы или до кончика носа и дальше до мочевинного отростка. Вот на эту длину выводите зонд в желудок. Далее шприцом вы отсасываете то, что есть в желудке. Шприц удаляете, убираете из зонда и зонд оставляете в желудке открытым. И дальше устанавливаете маску и начинаете как бы третий этап. Для чего зонд открытый? Дело в том, что когда ребенка вы начнете за него дышать мешком амбу, то часть воздуха попадет в желудок. А когда вы начнете сжимать грудную клетку в области мочевидного отростка, делая непрямой массаж сердца, то вы непосредственно можете сдавливать и желудок. У вас иначе не получится. И что произойдет? Если зонда открытого в желудке не будет, и воздух не будет выходить через зонд наружу, да, убираться из желудка, то желудок будет разрастаться от количества, будем так говорить, воздуха, который в него попадает, и может быть такое осложнение, как разрыв желудка. Поэтому обязательно вот эту первую манипуляцию нужно сделать, то есть вставить зонд в желудок, отсосать все, что там есть, оставить его в желудке открытым. Дальше вы накладываете, еще раз повторяю, маску. Далее вы начинаете за него дышать. Второй реаниматолог берет большими пальцами, нажимает на грудину, а четырьмя остальными пальцами под спинкой начинает сжимать грудную клетку. И вот таким вот образом происходит непрямой массаж сердца. Значит, непрямой массаж сердца происходит в следующем ритме. Вы делаете три сокращения сердечных, и четвертое сокращение, с четвертым сокращением делает сокращение, делает сжимание мешка амбу второй реаниматолог. Вот таким вот образом. Раз, два, три, дыши. Раз, два, три, дыши. Раз, два, три, дыши. То есть на дыши сжимается мешок амбу, а на раз, два, три идет сокращение, непрямой массаж сердца. То есть далее вы опять оцениваете состояние ребенка после этой манипуляции. То есть идет восстановление сердечной деятельности или нет. Если сердечная деятельность не восстанавливается, продолжает падать уже ниже 40 в минуту, и ребенок не задышал, то нужно применить как бы четвертый этап. Четвертый этап – это D-Drugs, это применение адреналина, то есть лекарственных препаратов, Drugs, адреналина. Адреналин – это быстрого действия препарат сердечный, и вы выводите эндотрахеальну, но в разведенном состоянии. Значит, официальная форма раствора адреналина, адреналина, солюция адреналина гидрохлориде 0,1%, 1,0 мл. Вы этот препарат разводите в 10 раз. То есть вы к этому препарату добавляете 9 мл физраствора и берете из него 0,1 мл на год, на килограмм массы. То есть это получается разведение в 10 тысяч раз, 1 к 10 тысячам. Официальный раствор 0,1% – это 1 к 1000. Вы этот развели, официальный раствор, еще раз повторяю, в 10 раз. Это будет разведение 1 к 10 тысячам. И его вы берете 0,1 мл на килограмм массы. Ну, обычно новорожденный весит один, ну, где-то 3 миллилитра, господи, 3 килограмма в среднем. Ну, в зависимости, доношенный, недоношенный, соответственно, вы
берете и это количество препарата. Значит, если 3 килограмма, 0,3 миллилитра вводите эндотрахеально. Действие адреналина обычно 10 минут. Вот подождали. Если, значит, не восстановилось так, как надо, повторяем манипуляцию. Вплоть до 3 раз можно повторить. Дальше не имеет смысла. На этом, если не получилось, то останавливаем реанимационные мероприятия. Ну, вот это то, что я хотела вам рассказать сегодня. Остальные моменты мы с вами будем разбирать и на практическом занятии, то, что не успели, и на 6-м курсе, на цикле, тоже посвященных новорожденным, когда уже будем разбирать инфекционные осложнения и осложнения кислородотерапии и так далее. Спасибо за внимание. Лекция закончена. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросов нет. Спасибо за внимание. Лекция закончена.